Рак молочной железы – серьезное заболевание, которое, увы, совсем не редкость в наши дни. В Химках провели фестиваль здоровья «Подари маме жизнь». Его цель – рассказать как можно большему количеству людей, как важно вовремя проходить обследование. Мы информируем о том, что надо проходить ежегодно простую процедуру. 20 минут занимает процедура, бесплатно по обязательному медицинскому страхованию. И тогда, если вдруг эта неприятность случилась с женщиной, то на ранней стадии есть шанс выявить и подарить там десяток лет жизни или больше. На фестивале работали представители Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи консультировали всех желающих по вопросам здоровья, а также подробно рассказали, как провести самообследование, предупредив рак груди. В первую очередь посмотреть в зеркало, оценить форму. Дальше последовательно по часовой стрелке, чтобы не пропустить. Там, соответственно, рукой с противоположной стороны начинаете ощупывать. Одну грудь, вторую грудь. И обязательно ложитесь и ощупывать область, подмышечную область. Угу. Нету ли там какого-либо уплотнения? В рамках фестиваля прошел мастер-класс по оздоровительной гимнастике. Весь день гостей парка имени Льва Толстого радовали музыканты и актеры. Также посетители бесплатно угощали сахарной ватой и попкорном.